Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады оказаться сегодня вечером здесь, с вами, в Санкт-Петербурге. Мы знаем о том, какой день сегодня отмечаете все вы. Для нас это тоже очень важная дата. И сегодняшняя программа для тех, кто хорошо знает квартет Страдивалинки, она необычная. И необычная в том числе и то, что для вас мы играем сегодня, можно сказать, премьеру, потому что первая часть нашей премьеры прошла в Москве 4 дня назад, в минувшее воскресенье, и мы так и хотели, чтобы сразу в двух столицах прозвучала наша задуманная, очень важная, не только сегодня, но и всегда обращение к душе человека. И сюжет сказочной пьесы драматурга Херца, который очень понравился Петру Ильичу Чайковскому и который лег в основу знаменитой одноактной последней оперы Чайковского «Иоланта», это лишь повод, потому что сюжет вы наверняка знаете, и если я его даже вкратце напомню, то он не должен быть абсолютной путеводной нитью по нашей концертной программе. Я сделаю это, может быть, для самых юных наших сегодняшних зрителей, слушателей. И, если позволите, очень кратко расскажу эту историю. У короля Прованса Рене есть дочь. Она молода и прекрасна. Но в младенчестве она потеряла зрение. И король, всячески пытаясь вернуть ей этот дар, видеть мир во всем великолепии, привозит к ней врачей, но держит Иоланту в таком тайном, уединенном месте, где никто не может ей рассказать о том, что она лишена зрения. Но в этот таинственный сад, в котором живет Иоланта, не знающая даже и того, что она принцесса, попадают два рыцаря. Один из рыцарей – тот, кто должен жениться на ней. И, кстати говоря, король Рене как раз и очень волнуется, что, узнав о несовершенстве своей дочери, его дочери, бургундский рыцарь будет очень рассержен. Но также король Рене и не знает, что бургундский рыцарь давно и страстно любит другую и очень хочет расторгнуть помолвку, а сопровождает его другой рыцарь, его друг, Вадемон, который, увидев Иоланту и даже не зная о том, что она слепа, влюбляется в нее. И вот на этом поворотном моменте строится самое важное в опере. Боясь, что рыцарь постигнет кара короля, отца, Иоланта очень хочет обрести зрение. Мы же призываем вас не следить за сюжетом, а почувствовать себя теми, к кому обращена наша программа. Потому что увидеть мир сегодня во всех его красках может быть сложнее, чем когда-либо. Но, наверное, это должно дать всем нам силы. Thank you.
никогда бы входа не нашел в долину эту, окруженную горами, где скрыт от глаз людских прекрасный сад, наполненный чудесными плодами. И тайна в тайне этого Эдема, не видевшая света дева.
как ограничен мир ее, как мало нужно Иоланте, и нет в ее груди желания увидеть лунный свет и краски дня, все гордое величие природы, всю красоту мерцания огня, сияние звезд, восходы солнца, всю пестроту и роскошь мироздания. Thank you.
El hombre que sueña.
Зачем, о
Thank you.
Зачем же под ресницами густыми блестят у вас безжизненные звезды?
прекрасны и в мертвой красоте. Thank you.
Он говорил ей: «С неба сходит свет, быстрее мысли блеском озаряя, рождая теплоту». Да, он был прав. В одном лишь рыцарь ошибался. Тот свет мы сердцем узнаем, а не глазами. Thank you.
Oh.
есть завершающий номер для этой программы, такой, знаете, заготовленный бис, без которого наша мечта сделать этот мир ярче была бы неполной, и мы хотим завершить программу музыки Петра Ильича Чайковского, но прежде чем прозвучит последняя композиция, я бы хотел, чтобы на сцену поднялась Анастасия Мазанкина, человек, благодаря которому квартет Страдивариуса уже много лет приезжает в Санкт-Петербург, президент фонда «Классика без границ». Сегодня мы счастливы открыть 9-й фестиваль, который так и называется «Классика без границ». И для нас очень приятно, что мы с этой премьерой смогли вот так в этом волшебном зале поздравить Санкт-Петербург с годовщиной, очень сложной, но тем не менее, не помня прошлого, нельзя строить светлого будущего. И Анастасия Ярославовна, на сцене поднимитесь, пожалуйста. На 9-й фестиваль, 9-й раз, приезжает квартет Страдивариуса. Петр Налич приезжает второй раз, он был у нас на 8-м фестивале, и сейчас открывает. Мы, этот фестиваль уникальный, он называется «Классика без границ». И сегодня вот вы услышали олицетворение классических произведений. Вот то, что вот сейчас звучало, посмотрите в своей программке, это произведение 16 века. Поэтому все аранжировки уникальные делаются вот этим уникальным квартетом, которого нет аналогов в мире, не то что в нашей стране. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы присутствовали сегодня на этом чуде, и вам посчастливилось услышать таких потрясающих музыкантов, квартет Страдивариуса, Петр Налич. Спасибо вам, ребята.
Друзья, для тех, кто не устал, у нас еще одна песенка есть. Спасибо.
Сейчас, подожди. Получилось, что? Нет, а почему-то получилось. Хорошо.